Всем хай, с вами снова я, Удир, и это игра Jurassic Survival, да. Многие про не... за нее проголосовали, да. После LSD сейчас Jurassic пойдет. Не знаю, насколько у нас с ним сладится все. И видим, ежедневный премиум ящик нам тут предлагает. 3 дня бесплатно, но при этом над этим написано 1400 рублей в месяц. Ну, даже не знаю. Такую вот халяву в течение 3 дней. Какой он? Ежедневный. Ну, блин, это слишком люто. Я, пожалуй... Позже, я не знаю, можно будет в течение 3 дней получить спокойно весь этот лут. Так, в принципе, я, наверное, управление настроил заранее, да? В Блюстаксе так можно удобно. Но как-то плохо тут этот джойстик работает, да? Так, в настройках отвязать, правильно, значит, ультра, приватность ID. Отлично, все хорошо. Так, тут у нас военные есть. Первая часть прохождения. Дальше уже посмотрим, что от нас будет. Охотник Кейн на стене. Катастрофически не хватает провизии. Там награды различные, там броня топовая, пулеметик. Так, первый из стейков получено. Стейки надо. Не хватает провизии. А, ну, я тебе стейки должен принести или скрафтить просто. Не знаю. Но он мясницкий ножик даст. Окей. Так, что тут у нас? Тут у нас чоппер есть какой-то. Дексти. Продлится ограниченное время. Например, я нажму участвовать. И обратно вернусь. Ну, я как бы типа... У меня уже есть уровень. Ну, открою я Last Day. Ну ладно, эта фишка не пропадает. И давайте, наверное, ник поменяем. Как у нас в инвентаре меняется, да? Да, я вижу. То есть сейчас убираем, ставим. Так, капслок убрать. Одер. Вот так, спокойно. Одер, и все. 25 монеток, обращаю я внимание. Так, давайте залутаем, посмотрим. Вот, прикольно, что в Блюстаксе есть специальная как бы графа, и там можно по кнопкам настроить. То есть там написано, например, бежать, действие, такие кнопки заранее как бы можно настроить. Не особо-то сложно будет привыкнуть. Так, и обращаем внимание на то, что ящики у нас с левой стороны расположены, а карман-рюкзак получается с правой. А у нас лаздай наоборот. Окей, привыкать придется. Так, это мне пока что не нужно. И, наверное, надо сейчас зомби убить. Нет, не зомби. Тут, я полагаю, динозаврики должны быть. Да. Ну что? Раскрытая карта. Потом следующий. И надо обратить внимание, что за динозавр-то. Вау! Мы тут насквозь не ходим насчет... Сквозь зебру. Это, конечно же, не олени. А, это велоцираптор. Так, велоцираптор. Шкуру подогнал. Вот шкура. Так. Тут у тебя что? Еще шкура. Вау. Прикольно, прикольно. Но у нас шкуру только можно было с животных получить. Окей. Орнитолестес. Орнитолестес. Блин, я даже не знаю, как произносить. Блин, я не туда скидывал. Серьезно, я не туда скидывал. Так, вот сюда. Сори. И, наверное, я тут на авто быстренько залутаю. Напишите в комментариях, стоит ли это вам показывать в ускоренном режиме. Ну, типа прохождения, но... Думаю, я просто вырежу. А так, пишите свое мнение, вам смотреть. Я думаю, что вы проголосуете за то, чтобы я заранее вырезал этот момент. Ну, типа пустота, без напряга какого-то, не нужна никому. Все, дорогие друзья, тут он на авто уже все собрал. Я успел профукать несколько ресурсов, там вроде бы бамбук, из-за того, что я место не освободил. Но освободил благодаря вот этому груду ящиков. Вроде типа много ящиков, а не везде можно закинуть, окей. Так, ящик вот тут. И, наверное, давайте строить. Просто один бамбук. Неплохо, неплохо. Так, давайте посчитаем поле. Такое же в Last Day или нет.
по размерам 18, ну, значит, имеется в виду 20 на 20, поле, одна ячейка отнимается с каждой стороны. И поле, доступное для крафта, это 18. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Да. И давайте по центру комнату 2 на 4 построю. Или либо же квадратную надо будет просто тупо построить. Так, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз. Так, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9. Так, раз, комната. Тут надо будет сломать. Так, комнату 2 на 4 я поставлю. Типа, можно было бы одну квадратную. А хотя, может, и правда квадратную замутить 4 на 4. Ну ладно, не, пускай так как есть. Комната 2 на 4 прям по центру меня устраивает. Или 4 на 4. Вау! Кто это такое? Что это такое? Дурман, съешь меня, и ты станешь сильнее. Урон от оружия ближнего боя. Опыт на 100% и энергии до максимума. Ягода дурмана, лист дурмана, корень дурмана. Хорошо. Хорошо, я тебя запомнил. Теперь давайте что-нибудь заберем. Что нам надо будет вообще? Ага, нам надо будет скрафтить себе, значит, такую финтиплюшку, как топор. Топор, вот он. Камни и бревно, окей. Блин, это я с кармана вытащил. Вот так вот. Топор скрафтим. Скрафтили. Так, теперь вот это я себе в карманчик запихну. А, рюкзачок-то надо? Да. Веревка нужна. Хорошо. Будет она тебе. Так, веревочка на. Создать. Все, и местечко появилось. Да, отлично. Так. Взять все. О, места гораздо больше, чем я думал. Так. Все. Сейчас вот эту я сломаю. Раз, три, четыре. Или... Ох, кто бежит. Саблезубый тигр. Нифига себе ты, бугай. Взять все. Шкура также падает. Неплохо. Так, ладно. По мебели. Давайте все-таки 4 на 4 я сделаю комнату, да? И давайте проверим. Так, настройки. Кыш. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, это 9. Так, сюда я не двигаюсь. Окей. Ну, 4 на 4, в принципе, нормально, только... Может, грядку рядом построить, не знаю. Пускай комната такая будет. Меня комната 2 на 4, в принципе, устраивает. Больше, чем даже нужно. Так, окошко. Так, а тут наоборот. Сделаем окошко вот сюда. И дальше чисто вот так вот. Комнатки. Я не знаю, какие-нибудь там волны зомби, что-нибудь. Ну, у нас волны зомби. А тут есть что-нибудь, что ломает нам стеночки? Я не знаю. Так, теперь надо посмотреть по крафту. Маленький ящик. Давайте пару штучек я скрафчу. Так, грядка еще недоступна. Окей. Грядку в следующий раз. Ящик можно уже поставить. Даже нужно. Так, и, конечно, лутецки мы туда сразу первым делом скинем. Так, тут у нас то, что с едой связано. Я вот эту, правда, скушаю. 25-24. Блин, скоро мы кушать захотим. Маленький ящик надо все поскидывать. Так, все, да? Давайте заранее все сделаю. Да, в принципе, и так нормально по ящику. Единственное, что еду как там... Ага, это саженец, окей. Как-то отделить хотелось бы, наверное, да? Типа еда от не еды. Что за дичь? Как-то нестабильно работает управление. Ну что, погнали теперь куда-нибудь на глобальную карту. Хочется пить. Понимаю, понимаю. Оружие. Не используйте огнестрельное оружие, если не хотите привлекать к себе внимание. Интересный момент. Снова, но позже. Я не хочу.
Вау, подозрительный груз. Самолет сбросил гуманитарный груз. А, гуманитарную помощь. Поспеши забрать ценные вещи, пока они не достались другим. Показать. 9 минут. Причем рядом, кстати. Так, бежать. Сейчас зайдем, посмотрим, залутаем. Кстати, динозавры какие-то тут. Меточки, да? Требуется мастерство. Вау, арена. Арена бешеных псов. Дерево, камень, металл, добыча. Надо будет как-нибудь сходить. Три черепа. Типа сложно будет, но посмотрим. Так, погнали. Нажимаем войти. Установите Last Day on Your Survival. Last Day on Earth, чтобы открыть доступ к событиям. Ну, допустим, он у меня установлен. Как ты об этом узнаешь? Так, назад. О, могу войти. Миграция. По неизвестным причинам ящеры иногда сбиваются в стаи и бредут в неизвестном направлении. Это явление называется миграцией. Так, и он кушать захотел еще. Ну, окей, разберемся. Вау, а почему так их много? Они кучами большими. Так, о. Тут, наверное, спокойно гуманитарный груз можно также залутать спокойно. Блин, скриншоты напоминают немного. С ЛСДЕ. Блин. Прикольно. Еще и колышется этот парашют. Резина. Провод. Каменный блок. Никто не бежит. Транзистор. Так. Ну что, зомби поубивать? Нам надо опыт просто получить. Серьезно, зомби? Это Last Day в Джурасике. Так, нитки, веревки. Это Last Day в Джурасике. Прикольно. Прикольно, прикольно. Очень прикольно. Простой зомби. Тут ресурсы, кстати, надо добыть. Надо было топорчик с собой взять все-таки. Надеюсь, тут меня никто не обидит. А, нет. Нехило меня тут сейчас обидит. Окей. Так, я тут... постепенно буду восстанавливать себе жизни. Мы еще пить кушать хотим. Ну блин, Last Day в Джурасике. Я вообще об этом не догадывался, что такое может быть. Прикольно, прикольно. Так, подождите, надо сесть. Они как-то все там смотрят, да? Надо как-то аккуратненько подойти. Ага, они друг друга пикают. Так, надо как-то с этой стороны. Подожди, нет. Ну не зебру, чувак. О! Мочи остальных, мочи. Так, третий уровень уже есть. Так, шкурка. Кто там прибежал? Велоцираптор. Вот велоцираптора легко будет выучить. Необычного, которого 40. Блин, реально прикольно. То, что Last Day в Джурасике, прикольно. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях Last Day. Да, понимаю, Джурасик, но все же. А вот тут, кстати, зебру уже можно поубивать. Давайте посмотрим, что с них падает. Так. А, ну, в принципе, то же самое, что там с тигра выпало, да? Так, погнали еще раз. Зебра. Взять все. Так, еще одна зебра. Обалдеть просто, прикольно. Кстати, сквозь зебру мы не можем пройти. В Last Day мы сквозь оленя можем пройти, а тут в Джурасике сквозь зебру не можем. Мы собака... саблезубый тигр. Ух, оранжевая штучка. Так, давай, восстанови. Вот так вот пойдет. Правда, пить все равно хочет. Так, давай я тебя на авто поставлю. Сейчас быстренько я на авто со всеми тут разберусь. Посмотрим. Подождите. 10. Боюсь, мне надо будет водички взять с почты, да? На почте они хотя бы есть. Дают такое. 3 консервы, 3 бутылки с водой. Ну, в принципе, как и возле. Очень даже... О, камушек, камушек. Самое то. Ага, бамбук осталось подобрать. О, кто... Плеер. Вау. Еще как бы с Last Day, больше на Last Day похоже. Так, подожди, надеть. Можно было... Нет, нельзя было.
надо было обязательно скрафтить что-либо. Подожди, взять все. Все. Так, кто-то прибежал еще. Орнитолестес или как его там. Так, покушай. Отлично. Так, штанишки я у него делал. Подождите, а у нас места больше нету, печалька. Так. Рюкзак. Рюкзак одинаковый. Копье. Вот эти вот вещи, конечно, можно было бы взять пофармить. Но окей. Сейчас пару вещей придумаем. Как сделать, замутить. Так, еще прибежал. Давай добавочку, что ли. И ничего с него не падает. Печаль. Да что вы будете делать? Сколько вас тут будет? Так, забрать. Теперь что нужно сделать? Надо что-нибудь ему скинуть и до конца долутать. Так, такие вещи, которые легко нафармить. Ну, ладно, вот это я скину. Не знаю, насколько что тут легко делается. И на почту полезем. Так, почта, почта. Бутылочку одну выпить-то надо. Я не знаю, они мне нужны будут в будущем или нет. Пока, пожалуй, оставлю, мало ли. Так, это я убираю и беру его ресурсы и ставлю на авто. Все, он пишет, нету ресурсов для сбора. Ну хорошо, кстати, саблезубы уже один набежал. Сломал мне нехило. Так, я кушать хочу, именно поэтому вот это заберу. Так, погнали нашего плеера залутаем, которого ресурсы я скинул. Так, вернемся на базу и посмотрим, что-нибудь нас ждет, нет? Так, взять все, окей. Так, кирку, спасибо, не надо. Блин, надо все забрать. Так. Ну ладно, ладно. В принципе, не важно. Водичка завтра у нас появится, если что. Завтра еще, конечно же, зайду. Адаптация. Долгие годы наблюдений позволили изучить повадки динозавров и охотиться успешнее. Неплохо. Так. Что это я так нажал-то? Так. Погнали обратно на базу. Бежать. Так, нам новые чертежи. У-у-у. Грядка, плотинский стол. Это ладно. Самодельный душ. Кусок ткани, железная руда. Так, а кусок ткани где? А кусок ткани где? Мы его крафтить не можем? А, ну да, находить. Скелет динозавра. Полностью собранный трофей увеличивает урон в ближнем бою на 5%. Неплохая технология. Прикольно было бы, если бы в лазды такое было. Сейчас понапихивать. Да, скорее всего, ограничение было бы. Скелет барионикса. Так, мегалозавра. Полностью собранный трофей увеличивает получаемый опыт охотника. Ну ладно, это уже не нужный. Металлодетекторы. Инкубатор. Позволяет вырастить ездового динозавра. Хорошо, войти. Прожил 25 минут. Уже 25 минут. Так играешь, что ли? Чего? Окей. Окей. Окей, окей. Без проблем. Ну, я, скорее всего, запись просто останавливал, значит, да? Блин, бедная зебра. Застряла тут. Так, подождите. Ресурсы вот сюда. Камень сюда, дерево сюда. Блин, надо будет еще местечко добавить, да? Так, подождите. То, что нужно для этого. О, веревку сюда. Так, это сюда. Ладно, пока мест не сюда. Пожалуй, надо будет все-таки скрафтить. Так, подожди, сюда. Что нам нужно вообще? Так, грядка. Бамбук, камень. Пальмовое дерево. Так, маленькие сундучки. Окей, окей, окейшки, окей. Так, это я возьму. Возьму бамбук. Это может быть понадобится. И это понадобится. Окей, давай крафтить грядочку. Так, что там тебе надо? Я так понял, нам семена вот эти надо. Саженцы. А, саженцы уже есть. Пожалуй, две грядки составить сразу. Мебель.
Такое ощущение, будто я не по центру как-то расположил. А может и по центру. Ящик вмещается. Ладно. Вот сюда поставлю. Ага. Ну ладно, задний огород, так задний огород. Саженцы, подожди. Саженцы. Саженцы в ящике. Так, это... Ящики сейчас надо скрафтить. Место есть. Пару ящиков создам. Расположим. Расположим. Из одного края в другой будем бегать. Так. Это инвентарь. Окейушки. Сюда. Камушки, камушки сюда. Это сюда. Веревочка также пускай вот тут валяется. Ну ладно, вот эту мелочевку я тоже сюда скину, пожалуй. Так, окей. Тут у меня саженцы, да? Давай я разделить нажму. Половинку сюда. Подожди. А, я там разделил. В маленьком ящике, да? Ладно, вот эти оставшиеся я туда скину. И получается, мы сегодня монтировочку или что получили, да? Газовый ключ. Газовый. Прикольно. Так, это я доломаю. Окей. Так, бац. Ананасы вырастут. Так, вот ананасы. Теперь. Костерчик было бы неплохо, да? Костер, костер, костер. Плотницкий стол. Блин, куча всего надо. Куча всего. Так, вот это. Камень. Плотницкий стол. Для распиливания досок. Все. Костер. Костер есть. Мяско жарить буду. Так, мебель. Костерчик у нас внутри можно? Да, можно. Перед окном поставлю. И этот тоже перед окном. Ну ладно. Костерчик я поставлю, естественно, наружу. А вот плотницкий, ну пускай будет внутри. Пускай. Так, и естественно, надо забрать сразу то, что я хочу на переработку пустить. Подождите. Так, это объединить. Какой рецепт плотницкого стола? Один в один. Один в один. Блин. Как же долго. Подождите, я, пожалуй, 8 штучек кину. Остальное я оставлю. Так, топливо. Давай. Ладно, 6... Нам 20 стейков надо выполнить, да? Топливо теперь нужно добавить. Топливо, топливо, ну... Дорого. Бамбук... Вау, даже бамбук улавливает. Так, ладно, давай я тебе одну бревну сюда закину. Окей. Прикольно. А что-нибудь себе восстановить можем сделать? Так. Все, пока я этим ограничен. Скелет, скелет, скелет. Так, копье. Копье я себе скрафчу. Первую локацию зачищу, наверное. Так, копье. Угу. Тут нету копья. Подожди. Разделить. Применить ничего нельзя. Окей. Что еще можно сделать? Покушать можно сделать. Так, почта. Забрать. Многие скажут, лучше сдохнуть, чем вот так вот тратиться, да? Мол, типа, невыгодно на первых порах игры тратить это все. Стоять, у меня бамбук кончился. У меня бамбук кончился. Так, тут бамбука нету, тут бамбука нету, нет. Тушки, почему так быстро все кончается? Ладно, давайте посмотрим что-нибудь себе для восстановления. Не скрафтим. Придется идти с тем, что есть. Так, и в принципе я буду закругляться.
Если, конечно, у них что-нибудь дельное не осталось. Так, 19.1.4, 17.1.4. Так, ну ладно, окей. Подождите. Это сюда, сюда, сюда. Да, все, погнали. На какую-нибудь другую локацию посмотрим. Может, есть что-нибудь у вашего самолета? Надо проверить, ребят. Так, снова, позже. Во, во, разбитая машина. В лесу замечен дым, нужно осмотреть место, показать. Вот она, моя бибика. Бежать. Энергия медленно тратится. Сколько уже всего в игре успел сделать? Место сброса припасов как магнитом привлекает динозавров и других людей. Все-таки ради еды, одежды. Так. Вижу первый ящичек. Давайте залутаем. Ну, по логике, надо было голиком типа сюда идти. Так, штанишки надеваю, надеваю. Ладно, забирай. Так. Ну, пока нельзя взять все. Почему бы и нет? Так, подожди, подожди, подожди. Пить хочу. Ну что? А, нет, есть. Применить. Пока не все удалю. Это не самое важное тут. О, шляпа. Часики не оденешь. Так, пока не забираем, мало ли. Так, еще дальше иду. Что? Лута так мало, что ли? Так, надеть. Так, часики я забрал. Серьезно, лута так мало? Там же про машину что-то было. Вот эта вот машина. Вау, залутать ее могу. Да уж. Магнум. Вау, это вот, конечно... Так, это что такое? Плоды гивея. Любимое лакомство большинства травоядных динозавров. Это то, что нам понадобится будет. Ай, блин. И все? Все. Все. Так, нам бамбук нужен. Бамбук, бамбук, бамбук. Вот. Теперь на авто. Быстренько залутаю оставшиеся. Задерживаться тут не буду. Наш инвентарь заполнил. Хорошо, погнали теперь на базу. Ваша база. Крепкие стены защитят вас от непогоды и незваных гостей. Там... Тут что, погода может испортить, что ли? Подождите. Восклицательный знак. Подожди, подожди, подожди. Восклицательный знак. Это вот стена, да? Ворота 3. Подожди. Какая-то фигня. А вот что-то, что будет двигаться на нас, есть такое или нет? Ну окейушки. Так, мы на чужие базы можем нападать? База хранит добычи 3, дерево, камень, металл. Окей. Теперь обратно на базу. Мне кажется, уже дурман тут слетел, убежал. И было бы неплохо еще какую-нибудь локацию зачистить, я думаю. Крафт. Некоторые компоненты чертежей нельзя сделать, их можно только найти. Ну, естественно. 36 минут уже играю. Надеюсь, у видосик гораздо короче выйдет. Ну, да, вот этот чувак застрял. Это животное несчастное. Так, магнум, да? Так. Карманы. Вот, давайте я броню сюда скину. Угу, хотел броню скинуть. Так, штанишки. Вот это. Так, шапочка. И ботиночки. Сюда. Так вот, красивенько, красивенько. Давайте. То, что как бы с тканью связано, я вот сюда поскидываю. Окей? Вот, куски ткани. Вот часы, типа руки и оружка. Остальное я скину вот туда. Так. Вот сюда. Так. Такое не более-менее неживое надо скинуть сюда. Нет у меня более-менее неживого. Теперь сюда консерва. И всякое... Ага, вот оно. То, что потерялось. Ну и растение сюда. Теперь это вот сюда. И прям вообще не живое, не живое. Я скину, получается, в те ящики. Так.
Вот. Вот сюда. Это сюда. Все. И прям там всякая электроника, металлом. Я скидываю сюда. И теперь вот с этим набором я могу спокойно идти гулять на другие локации. Теперь сначала давайте смогут немного восстановить здоровье и облегчить жизнь. Да? Облегчить жизнь, говоришь? Так. А мы крафтить такое можем? Бинты. 3 куска ткани. А куски ткани мы вообще находили? Не находили. А где его получать? Не знаю. Так. Сотня, да? Кушать хочем. Все мы хочем, все. Так, это я, пожалуй, съем. Так, подожди-ка. А теперь давай чекнем того чувака. Бронированного. О, дурман остался. Минута. Ну ладно. Энергию, я думаю, не успею потратить. Все-таки урон для ближнего оружия возьму. Сесть и посмотреть. Так, посмотрел я на тебя. Собаку он баф не дает, что ли? Что за дичь? Я даже не знаю, у меня увеличено или нет. Нельзя нигде посмотреть, я думаю, да? Ладно, время терять тогда не буду. Ага, тебе надо принести все-таки эти стейки, да? Понял, понял. Так. Да, проверить вот этот урон можно будет только на самой локации. Понял, понял. Так, мы ресурсы получили, можем на переработку поставить, да? Нет. Это надо... Так, топорчик я с собой, получается, возьму. Да, с собой взял. Бронь какая-то никакая есть. И что? А для чего мне вот это надо будет? Для душа нет. Ага, все. Для вот этого мне понадобится, да? Стоит крафтить? Нет, не знаю. Металлодетектор. Мин и других металлических предметов. Интересно, что за мины. Надеюсь, они меня бобо не сделают. Так, ладно. Остальное скрафчу там на локации. Подождите, надо поразмыслить. Тут топливо нужно. Подожди, мы же бамбук взяли. Вот, давай я тебе половину скину на переработочку. Вот неживая вещь. Ну, неприродная имеется в виду. Так, половину разделить, забрать и пускай готовит мне тут. Так, тут все растает, растет, растет. Это хорошо, конечно. Так, неживое. Вот сюда. Так, 51.30. Надеюсь, на локации все, что мне нужно для хила восстановления, я найду. Так, подожди. А, вот попить. Попить. Все, забирай. Погнали на какую-нибудь локацию сходим. Быстренько зачистим. Ну, для вас быстро, для меня долго. Электроника. Различные компоненты пригодятся при создании высокотехнологичных предметов. Позже. Ферма бешеных псов. Ферма? На ферме, расположенной неподалеку, собрались вооруженные люди. Возможно, они охраняют что-то ценное. Ну, чувак, далеко, далеко. Далеко. Глоба сайт. Мне кажется, у меня такой же сосед есть. Или где-то я видел такого соседа. Может, у меня в Ласдей такой сосед есть. Так. Ты хочешь, чтобы я туда пошел? На ферму бешеных псов. Но мы лютые ребята, сейчас сходим. Там у нас пистоль есть. Вот, без локации обойдемся. Хотя первую локацию было бы неплохо зачистить. Это первое быстрое развитие, как по мне. Ну а сейчас чисто на это схожу. Вот такая вот первая серия насыщенная получится. Так, получается, сейчас я топорчик скину сюда. Так, снарядиться более-менее нормально надо. Так, надеть, надеть,
надеть, надеть. Так, надеть. Я с пистолетом пойду, не знаю, так. Сколько? Урон 100. Офигеть. 100 единиц урона. Ах. А чем себе хп восстановить? До этого далеко. Кусков ткани вообще нету. Чем себе хп восстанавливать? Вот это что ли взять? И тут... Уже 2? Как быстро-то? Ладно, все, погнали. Время терять не буду. Сколько восстанавливаешь? Иногда себя необходимо баловать. Да уж. Подожди, я надеюсь... Ага. Фух. То есть я когда все соберу, смогу подойти и обменять. Хорошо, хорошо. Что ты там говоришь? Подожди. Охотникам на стене пригодится любая помощь. Хорошо. Все, погнали, погнали. Со своим револьвером мучить этих скаутов. Ресурсы. Ну да, холодное оружие я не проверю. Зря баф брал. Ну ладно, погнали. Вот такая вот ферма. Дерево, камень, металл, ничего нету. Бежать. 26 энергии. Хоть быстро перемещается, это хорошо. Прикольно. Надеюсь, даже зрителям, которые в эту игру не играли, понравится. Если вам нравится, ставьте лайк, естественно. Вот такой вот закончик есть. Годы выживания в новом мире научили настроить дома, добывать еду, защищаться. Да. Так. Подожди. Если я тебя залутаю, никто не прибежит? А как им пользоваться? Так. Надеть. Твою Машу в зоопарке. Стоит мне туда возвращаться или нет? Вот в чем вопрос. Так. Ну, очень мало хп. Типа стрельнуть, выбежать. Посмотрим, посмотрим. Так. Это светлячки летают. Хорошо. Как? Ага. Вот как. Какая тут технология. Там пост идет. Офигеть. Так. Окей, я запомнил там место. Так, до сюда дошел. Окей. Теперь я могу спокойно до сюда дойти. Я готов игру закрыть просто-напросто, если что. Ох, люто. Так. Ты куда? Ты успокойся с этим управлением-то. Так. Перестрахуюсь, еще дойду. Там какие-то осколки, бутылки находят. Прикольно. Блин, змейкой что ли ходить? А я мог по краю пройти. Звездец. В следующий раз бери пушку побольше. Идеально, воскреснуть.
Я же сейчас не смогу вернуться, да? Ну, в смысле, я смогу вернуться, но я... не найду. Я не знаю, как же мне двигаться, я же сдохну сразу. Ладно. Крутая версия. Так, установить, например, я через 3 дня пушку получу. Ну, посмотрим. 5-й уровень у меня там есть, я не знаю, получу я или нет. Так, и какой-нибудь подарок, кроме этого, не дают, да? Поощрение, окей. Ну все, если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока, увидимся в новых видео. Реально, зависит от вас, будет прохождение или нет, но пока несколько видосов точно будет. Всем бай-бай. Жесты есть? Да, пока.